А сейчас она как Конго получает. Ну, вот это спорно, пожалуй, что спорно, но несправедливости в этом не вижу. А вот сейчас публика... Она очень опасна, эта маленькая. Маленькая, я ее просто боюсь. Потому что она катается безошибочно. Ну, скучно же, Татьяна Анатольевна. Ну, скучно до невозможности. Вот Голд катается тоже безошибочно, но у нее музыкальные акценты выверены до секундочки. В особенности в произвольной программе, которая тоже не шедевр шедевров, на мой взгляд. Пока короткая. Вот. В каждую сильную долю есть правильное движение. Тихо. Молчу. Скажите мне после этого, что... Вот так болеют. Голд у нее шары. Это прекрасно. Если бы они знали, какие слова у этой песни, они никогда бы ее не взяли. Там были девочки Маруся, Роза, Рая. И я думаю, что они вряд ли знают, где город Нальчик. Где собиралась компания блатная. В настоящий момент это не принципиально это важно. Это не принципиально. Каталась она замечательно. И с этим хочется поздравить Фрэнка Кэрролла. Который в свои 80 выводит спортсменов. Ну, не с роскошной шевелюрой, а просто в шляпе. Она с метлой, он в черной шляпе. Это вот она, у нее немножко есть недокрут, нет? Не поставил. Нет, ну какой недокрут? У нее сейчас там под мировой рекорд. Какой там недокрут? О чем вы, Татьяна Анатольевна? Вот вылезло тоже на клипе неточное ребро, а все остальное там заоблачное.
Когда человек предварительно, подчеркиваю, набирает за 42 по технике, каких недокрутых может идти речь? Ну, сейчас поменьше чуть-чуть, но очень много будет углов. Просто очень много. Очень много. Сейчас тройка мировых рекордов в женском фигурном катании выглядит так. 78-66 Мао, 78-50 Юна, 77-62 Лиза Туктамышева. И два результата из этих были показаны при чистейшем тройном максимуме. Мао Асада и Туктамышева соответственно. И один был показан на сумасшедшем прокате в Ванкувере Юна. И вот Голд сейчас приближается туда со страшной скоростью. Что у нее? У нее да, ребро поставили. Пятый результат в истории. Больше набирали вышеозначенная тройка и Каролина Костнер. 76-43 сотые балла. Голд первая, причем первая без вариантов. Кому не интересны ее пятые места на чемпионате четырех континентов.